лампочки включили, подсветочку, да? Девочки водичку подливают. Когда фильтры будете ставить? Когда полностью. Когда половина. Ну побыстрее, там уже не полная у них. Лампочек этих самых. Да, почти. А. Рыбки уже принесли или нет? Конкурсе детской аквариумистики, который проходит в гимназии номер 4 при содействии Детской федерации аквариумистики Николаевского горосполкома и областного эколого-этнографического центра. Каждый год команд в нашем конкурсе становится все больше и больше. Вот в этом году их 22. По результатам первого тура 12 команд вышли в финал. Вы видите, они сейчас активно работают. Ребята из Одессы, с Николаевской области и много школ города Николаева, что не может не радовать. Конкурс имеет цель привлечь как можно больше детей. Убедить их в том, что аквариумистика – это здорово, легко, очень интересно и вообще потрясающе. Наверное, а какие условия от конкурса? Что дети должны сделать? В первом туре они отвечают на теоретические вопросы. И из 22 команд 12 попадают во второй полуфинал. В полуфинале они оформляют аквариум. И здесь строгое жюри определяет 3 лучших работы. Наши спонсоры, команда «Сузирья», торговая марка «Тетра», торговая марка «Акваэль» сделали все, чтобы этот конкурс состоялся. Это именно они помогли нам приобрести аквариумы и все, что вы видите, дополняющие комплекты. Соответственно, и подарки будут соответствующие. А какие призы? Это сегодня будете награждать? Конечно, да? Призы будут буквально через 20 минут. Вот закончат работу, и призы будут. А сейчас рыбки разные будут? Рыбки будут разные. И их нужно посадить в аквариум правильно, чтобы они четко подошли в этот аквариум. А кто члены жюри? Члены жюри у нас Виталий Костенич. Где-то есть, да? Виталий Костенич, он главный судья нашей федерации. Татьяна Михайловна Суслова, депутат горсовета. Таисия Брониславовна Троицкая, директор эколого-этнографического центра. Крищенко Светлана, модератор сайта «Скамейка». Представитель зоопарка Дьяконов Владимир Александрович, по-моему, да? И Абикулов Василий Николаевич, это главный специалист зооветцентра «Афалина». Вот такое вот активное... Все, пожелаем детям удачи. Спасибо, да, огромное. И нам, как организаторам, тоже. За ваши были. Девочки, вы уже все подготовили, сделали, запустили, да? Да, да, Саша, они запустили. Ну, я имею в виду, запустили фильтр. Да, да. Саша, вода сейчас профильтровалась. А что, не слышно, как он бурлит, не? Нет. Хотя сейчас... у меня дома уже слышно. У меня тоже. Все работает, да? Уже все готово, ребята готовили. Аквариумы сейчас будут запускать рыбки. А вы можете сказать, что у нас на данный момент уже сделали ребята, какую они провели, скажем так, работу? Пока они только запустили воду, запустили оборудование. Вот. Сейчас фильтруют, потом посмотрим. Я так однозначно не могу сказать быстро. Ну вот они сначала первый грунт, да, сделали, потом... Да. Ну, грунт заложили, декорации поставили, растения посадили.
запустили фильтр, да, и... Да, фильтр, да, и оборудование, и все. Пока не больше. А представьтесь, пожалуйста. Виталий Владимирович Костенич, представитель жюри. Спасибо большое. Вот такое интересное. Говори, не бойся. Пока участники готовятся к конкурсу, мы занимаем маленьких детей. Они с родителями рассказывают рисунки, потом мы их вешаем на доску, ага. Чтобы все добывались. А с этой стороны собирают пасту. Оригами. Оригами, да? А что это? Да. А, это из бумаги, да? Вот такой? Идет листочек, из него надо смастерить рыбку. Какая она получится на выходе. Какая красота. Девочка наконец-то собирала свою пазу. Что и пазы не собирала? Сейчас она его склеит, ага. И понесет домой. А в зале что дело происходит? Дети поразукрашивали, подписали каждый рисунок. Из Николаева? Что, уже запустили? Работает? Нет, еще не проводили. Не, я понял, а сам фильтр? Нет, фильтр нельзя включать без разрешения взрослых. Да. Скажут, да, когда? Да. Ну, вы уже готовы, то есть как бы... Почти, да, почти, да? Готовы. Что вы сделали там, скажите? О, поставили. Мы засыпали грунт, сделали все декорации, потихоньку доливаем воду, чтобы не поднялся мол. Ждем, пока... Воды хватит только для рыбы? Нет, еще будем доливать. Еще будете доливать, да? А какие рыбки у вас будут, вы не знаете, да? Нет, еще пока. Не видели. В каком классе учитесь? 10-й, 9-й. В школе? Гимназия номер 3. Да. Понятно. Ну, удачи вам. Да не пожалели, да, ребята? Не многовато? Нет. Фильтр уже готов, да? Все работает. Только у нас здесь грязно, а там чисто, очень прекрасная вода вообще. Да ничего, красиво. Рыбок запустили? Да. Уже есть. Какие рыбки у вас? Разные. Беленькие, черненькие. И разноцветные. Дякую, прийшли до зараз. Вітаю, диплом переможця за
друге місце. Отримує команда 28 кілометрів. Будь ласка, до сцени. Наступна команда.
Золота рибка, Миколаївська загальна освітня школа номер 64. Команда «Амфібія» з будинку дитячої творчості Ольшанська школа. Побачте, будь ласка. Команда «Морська капуста» Миколаївської гуманітарної гімназії номер 41. Команда «Юні охоронники природи» обласного науково-аналітичного центру. Команда «Юні екологи» Ленінського будинку дитячої творчості. Дякую. Команда «Рибки» Миколаївської школи номер 51. Команда «Амьотки» обласного еколого-натуристичного центру. Команда «Форельки» Миколаївської школи номер 3. Команда «Солярій» станції юних натуралістів міста Миколаєва. Команда «Гармонія» обласного еколого-аналістичного центру на базі Новоодеського філіалу. Команда «Юніор» з Віснянської школи Миколаївського району. Команда «Аква» Миколаївської школи номер 18. Команда «Аквадити» першої української гімназії міста Миколаєва. Команда «Неончики» з Тигровської школи номер 4. І команда «Кусто» Миколаївської школи номер 21. Команда «Фіш» Миколаївської школи номер 20. Шановні діти, от і підійшов до кінця наш конкурс. Ми з вами цілих 5 годин спілкувалися разом. Скажіть мені, чи сподобався вам наш конкурс? А чи можемо ми вас чекати на наступний рік? А що ви хочете нам побажати? Не чую. Здоров'я, щастя, успіхів. Я вдячна вам. Ми з тим, що ви прийняли ваше побажання.